Добрый вечер, всем привет. Как я уже говорил, события просто несутся с какой-то уже сверхсветовой скоростью, наверное. Как это все назвать-то? Буквально только вчера одно ошарашивает, сегодня уже другое, как говорится, бьет по голове. Был у Слейдов такой альбом «Что случилось со Слейдом» 77 года. Так вот, по аналогии, что случилось с Ютубом? А случилось, я думаю, уже, наверное, катастрофа. YouTube убирает в России монетизацию. И все блогеры мгновенно попали под раздачу. Вот. Отлично, просто супер. Во время, когда многие и без того находятся под статьей об иноагентах, многие выживают на ваши мизерные ставки. Если уж отговорить откровенно, платите просто копейки. Во времена, когда грядет массовая безработица, вы еще добиваете блогеров, вынуждая их уходить неизвестно куда. Чем вам блогеры-то помешали, я никак не пойму. Это они, что ли, вторглись в республику Краева Гора или как? Люди и без того годами работали бесплатно, добиваясь ваших немыслимых условий монетизации. А теперь вы, говоря простым языком, добиваете последних, кто несет правду в массы. Это нечто. Я поражаюсь, просто поражаюсь. А как будут выживать те, кто залез в кредиты и поднимал просмотры? Чем теперь они будут расплачиваться? Вашими молитвами? А также подавляющее большинство, ибо все ваши сказки о быстром продвижении и достижении тысячи подписчиков – это просто сказки, не более того. Ну, а мое мнение таково. YouTube добивает блогеров, и это данность. Что касается лично меня, человек — это как тело, которое движется по инерции, пока действует приложенная к нему сила. Сила, толкнувшая меня в YouTube, иссякла, осталась одна инерция. Если через полгода монетизация не вернется, не вижу далее в этом никакого уже смысла. И мало того, сейчас произойдет колоссальный рост цен, и я буду вынужден как-то выживать. Думаю, на полгода меня еще хватит. Но то, что YouTube сотворил с блогерами, это предательство, и других названий просто нет. Все. Всем удачи и, как говорится, пока.